Девочки, ну посмотрите, какого зверя я себе купила нового. Вот. Эта машинка называется МС. На 72 петли. Зачем она мне нужна, я сама, честно говоря, не знаю. И как ей пользоваться, я тоже видела один раз. Как-то вот этими штуками пользоваться. Ну, в общем, девчонки, стоит это 2000 на Авито в соседнем районе. Продавалась, я взяла от жадности и купила. Будет теперь лежать. Вот такой зверь. Журнала, к сожалению, нет. Такая у меня будет вязальная машина. И все это, конечно, хорошо. Вот теперь встал вопрос, а где журнал-то взять? Где взять журнальчик? Надо поискать по интернету. Ну ладно, машина будет лежать, а я пока буду довязывать свое шерстяное одеяло плед. Вот видите, оно уже какое, я уже до пола довязала. Вот, надо заканчивать.